Мы находимся в спортивном комплексе художественной гимнастики. Сегодня здесь заканчивается учебный год, и молодые спортсмены уже получили призы и выиграли места. Давайте поподробнее узнаем у старшего тренера, как все у них это происходило. Мы ездили на международный турнир, там было около 12 стран. Девочки выступили очень хорошо, практически все заняли призовые места. Абдирбек Вадаяна у нас стала абсолютной чемпионкой. Рустемова Амина и Абитова Роза стали второй и третьей. Амир Жанерке стала тоже первой. Художественная гимнастика – спорт молодых. Спортсменки уже в раннем возрасте начинают работать как взрослые, без поблажек. И едва повзрослев, заканчивают карьеру. Этот вид спорта требует от них полной отдачи. Девочкам нужно быть не просто технически безупречными. Каждый элемент требует от них внимательности, сосредоточенности и артистизма. А это достигается работой не только мышц, но и ума. Старший тренер по художественной гимнастике не могла не похвалить своих воспитанниц. У меня девочка тренируется, она самая юная гимнастка, которая выполнила мастера спорта международного класса. Это Рустемова Амина. Вот про эту девочку я ранее вам говорила. Мастер спорта международного класса Рустемова Амина. В этом году у нас проходил чемпионат Азии в Астане, и у нас был отбор туда, и я туда попала с одним видом и заняла там второе место в своем личном. И в многоборье в командном мы заняли первое место, и за первое место нам дали международника. За неделю до Франции девочки выступили в Италии и, по словам их тренера Лолы Адильбековой, выступили очень хорошо. Девчонки забрали все золото. Путь к победе всегда труден. Это каждодневные тренировки. Даже когда не хочется, ты должен работать. И тут уж на возраст никто не посмотрит. Лола Адильбекова на тренерской работе уже 11 лет и своими результатами она может гордиться. У меня тренировалась девочка, она в этом году закончила свою спортивную карьеру. Я ее забрала к себе, потихоньку учу ее тренерской работе. Девочка очень способная, талантливая, ей безумно нравится работать тренером. И мне очень приятно, что она от меня чему-то учится. Ну, закончила спорт, ну, продолжаю тренировать детей. То, что она мне нравится, то, что это художественно, красиво. Тренер очень надеется, что воспитала себе настоящего преемника в спортивной работе и теперь наконец появится возможность больше времени уделять личной жизни.